The prospect of Syria surrendering its chemical weapons has fueled. После предложения о передаче сирийского химического оружия под контроль международного сообщества появилась надежда, что Вашингтон откажется от военной операции против режима Асада. Для Америки это будет уже четвертая война за 10 лет. Президент США Барак Обама заявил, что будет стараться урегулировать конфликт дипломатическими методами, но он не отменил военную акцию, пока он только отложил ее.